Пекин с трехдневным государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Поездка проходит по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Наши корреспонденты пообщались с заместителем главного редактора газеты «Народное слово» в Узбекистане Русланом Гинджаевым и узнали, как он расценивает нынешний уровень дружбы между странами. Узбекистан и Китай установили дипломатические отношения 32 года назад. И за это время товарооборот между нашими странами показал более чем стократный рост. Укрепились политические связи, сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Страны относятся друг к другу с уважением, извлекая из отношений взаимную выгоду. И всегда готовы поддерживать друг друга в самых сложных ситуациях. Эта динамика создает позитивную атмосферу на всем пространстве Центральной Азии и на нашем континенте в целом. Визит президента Узбекистана – это еще один важный этап в укреплении китайско-узбекского диалога. Лидеры двух стран, которых связывают отношения крепкой дружбы, смогут сверить часы по вопросам сотрудничества, продвинуть направления, которые ранее оставались без должного внимания. Прежде главы государств условились продвигать сообщество единой судьбы Китая и Узбекистана. Нынешняя встреча – это очередной шаг к его укреплению на благо двух стран и народов.